огромное предложение сегодняшнего дня. Это уникальный бестселлер. Это тот продукт, который обеспечивает организм комплексной защитой в переходный период, когда мы из тепла выходим в осень, когда обостряются все хронические заболевания. Это легендарный продукт, который выбирает каждый человек, который хочет быть здоровым. Это корень лопуха. И мы сегодня празднуем праздник. У нас 8,5 лет сотрудничества с Институтом натуры и терапии. В прошлом эфире у нас 300 тысяч заказов было сделано на корень лопуха. И мы сегодня в ожидании целого месяца, когда появится вновь продукция от Института натуры и терапии, представляем главным предложением дня. 43% скидка. И представит этот уникальный продукт сам создатель, основатель, врач, врач-хирург, кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАЭН, почетный член Ганноверской академии натуропатии, основатель и директор Института натуротерапии, автор и ведущий программы на Первом канале «Советы доктора Арсенина», эксперт телеканалов «Домашний», ТВЦ, РЕН-ТВ, лауреат медицинской премии «Профессия. Жизнь», награжден общественными наградами, и в том числе и орденом Пирогова, и орденом Татьяны. Здравствуйте еще раз, Сергей Арсенин. Мои, здравствуйте, да. На самом деле, вот я бы сказал, с удовольствием и с радостью представляем вот этот корень лопуха. Потому что это, знаете, самый мощный продукт из всех. У нас здесь сегодня 13 видов наименований, видов нашей продукции. И корень лопуха это самый мощный, самый сильный и самый эффективный. В первую очередь, конечно же, это дезинтоксикация, выведение шлаков и токсинов. Запомните, в чистом организме на болезни живут. Дальше. Это купирование любых воспалительных процессов, все, что в нашем организме оканчивается на ид. Будь то артрит, цистит, гастрит и прочее, прочее, прочее. Дальше это убирание отеков, пастозности, даже киста. Что такое киста? Это пузырек с жидкостью. Если у вас лимфостаз, ноги отекают, здесь находится эльбета-спорогин, который выводит лишнюю жидкость. Это онкопротекторное действие. То есть он стимулирует апоптоз, да, программированный гибель онкологических клеток. И если у вас химиотерапия, лучевая терапия, это как помощь, чтобы ваш организм это пережил. Но это, конечно же, мощнейшее повышение вашего иммунитета. Почему? Да потому что впереди у нас ОРВИ, гриппы, простуды, ангина. Часто болеющим детям стимуляция вот этого самого нашего иммунитета, если у вас вот такие есть проблемы. Это доброкачественное всевозможное образование, мастопатии, миомы, аденома мужчин. У меня есть пациенты, которым назначаю корень лопуха, они раньше вставали там по 3-4 раза за ночь с аденомой мужчин. Потом, через 2-3 месяца применения, один, максимум 2 раза за ночь, это опять корень лопуха. То есть корень лопуха, он находит вашу проблему, которая есть у вас в организме, и убирает ее. Понимаете, мы все, знаете, хотим найти такого доброго доктора, хорошего доктора, к которому мы пойдем в поликлинику и не скажет нам доктор, что ты опять приперлась сюда, на тебе таблетки, иди пей, и все, ты там здоровый, у тебя анализ там нормальный для возраста. А мы хотим, чтобы он нас выслушал, чтобы нашел проблему и помог ее решению. Вот корень лопуха – это тот добрый доктор, который найдет проблему, решит ее, и вы будете чувствовать себя значительно лучше. Это точно. Посмотрите, натуральный, высококонцентрированный продукт, который не содержит сахара, который в своем арсенале содержит еще 9 экстрактов натуральных растений и трав, которые дают комплексную защиту и очищает наш организм в том числе. Вы можете заказать одну упаковку, цена 999 рублей. При этом, заказывая 4 упаковки по этой цене, вы бы заплатили почти 4000 рублей. Сейчас же комплект только на сегодняшний день с дополнительной скидкой к вам приезжает всего за 1299 рублей. При этом вы экономите почти 2700 рублей. Набирайте наш номер телефона. И еще. В честь того, что мы 8,5 лет сотрудничаем с Институтом натуротерапии, у нас действует предложение. Заказывай на 3990, звоните в прямой эфир, получайте корзину здоровья. Здесь на 2 месяца курс для похудения, плюс здесь у нас муравьиная растирка, крем-бальзам Нафталанске и еще крем «Гладкие пяточки». Звоните прямо сейчас. Количество подарков ограничено. Ну и однозначно я хочу посоветовать тем, кто давно мучается с заболеваниями. Вот у моей подруги, например, мама, она вот, как говорит, знаете, как говорится, нос увяз, хвост, значит, хвост достал, нос увяз. То есть от одной болезни только избавился, другая прицепилась. И вечно в стрессе пребывает. Вот ей как раз нужен лопух. Вот обратите внимание, я вам рассказал, дезинтоксикационные, ну, как бы чаще действия лопуха. Но кроме лопуха здесь еще эхинацея, которая является таким стимулятором нашего иммунитета, шиповник.
кладезь витаминов. Бузина и солодка, мощнейшее противовоспалительное действие. Клюква, рябина красная, они по своему составу конкурируют с женьшенем. И этот самый женьшень мы туда добавили. Корень жизни для вашей жизни. И подорожник, ну всем известный подорожник, регенерирующие действия. То есть заживляющие действия при воспалительных процессах. Поэтому корень лопуха — это великолепное средство, которое поможет от 100 болезней, реально. Вот один раз ко мне пришла женщина, знаете, у нее такая была проблема, что у нее хронический постоянно пилонефрит, цистит, и ей уже 56-57 лет, то есть молодая, красивая, цветущая женщина, недержание мочи, потому что произошел склероз шейки мочевого пузыря, и у нее недержание мочи, знаете, такой стрессовый, то есть постоянно чихает, кашляет, поднимет сумки тяжело, пробежится, и между ног протекает. И она мне говорит, как врачу, говорит: доктор, понимаете, да, я ношу прокладки урологические, чуть ли, но я не могу с этими прокладками ходить целый день, целые сутки. Я прихожу домой, снимаю эти прокладки, у меня какой-то позыв на мочеиспускание, пока побежал там до туалета, у меня потекло между ног. А мне всего 50 там с небольшим лет, что быть? Я и назначил корень лопуха чагом у мио. Почему? Так. Корень лопуха снимает воспаление. Вот такая проблема у женщин из-за воспалительного процесса. Уберите это воспаление, чтобы вот эти микробы не терзали шейку мочевого пузыря, не склерозировали ее. А чагом у мио – регенерация. Потому что клетки шейки мочевого пузыря уже повреждены. И поэтому здесь нужна вот такая регенерация. Вот поэтому вот этот курс она начала принимать. Через 2 месяца меньше улучшения. И потом она вообще пропала. Почему пропала? Ничего помогло. Не тревожит и не болит. Звоните сейчас. Врач уже стал не нужен. Но это для меня это отличный результат. Конечно. Самое главное, когда помогает и когда вы чувствуете себя значительно лучше. Натурально, безопасно, никаких побочных действий и противопоказаний. И здесь высокая концентрация натуральных компонентов. Пишите делать заказ, и я знаю, что еще помогает как в качестве онкопротектора. Онкопротектора, да, друзья мои. Тоже как-то пришла одна раз пациентка, знаете, как садится напротив меня и говорит: доктор, у меня 4-я стадия рака, и врачи от меня отказались. У меня множественные метастазы во все органы. Я смотрю МРТ, действительно, там метастазы в печени, в почке, в кости, везде. Смотрю анализы идеальны. Я говорю: я не понимаю, что происходит. По анализам вы, вам как будто 30 лет, а ей уже там, за 80. А по МРТ вы должны уже умереть. И врач, она мне говорит: доктор, я пью ваш корень лопуха и чагу уже в течение года. Мне вот как. Каждым месяцем становится все лучше и лучше. Заказывайте. Продолжайте применять. Значит, у вас пошло улучшение. Ваш организм с этой болезнью борется. И вы будете чувствовать себя значительно лучше. Заказывайте и корень лопуха, и чагу мумиё.